Здравствуйте, дорогие дамы и господа, дорогие наши соотечественники Михаил Алексеевич и Федор Милянович. От всей души поздравляем вас с 75-летием Великой Победы. Желаем вам здоровья, долгих лет жизни. Мы гордимся вами. Мы присоединяемся к поздравлению Багдата Байшаловича. И примите наше музыкальное поздравление. Как он был от нас далек, как костер потушен, таял уголек. Были весны, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Порохом пропах, это праздник, синою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Не молчи, у мартеловских печей не смыкала наша Родина очей. Не молчи, битву трубную ввели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с седьмою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.